Вопыт инновационной и экспериментальной деятельности педагогичных классов в Беларуси, России и Казахстана представляет масштабный профильный форум у Гродне. Стартовало мероприемство с вернисажу педагогичных практик. На выставе «Лепшие наставники установ эдукации из усёй Гродненской области» презентовали властные учебно-методичные находки и материалы. Первая группа педагогичных классов у средней школе номер 34 Гродно появилась у 2018 году. Сегодня обучение по программе факультатива «Уводины у педагогичную профессию» проходят в учне у всех 10 классов, а установа презентует властный опыт на форумах, конференциях и у СМИ. У этом научном году у школу наставником русской мовы и литературы пришла працевать первая выпускница профильных классов. И это показально. А все дякуючи тому, что на базе 34-й Гродненской школы выбудована стройная система работы, достойная для переймания. У нас есть система подготовки учащихся, когда они учатся в 10-х, в 11-х. Когда они поступают в университет, мы приглашаем их на работу на 3-м и 4-м курсе. И, конечно же, мы включаем их в школу молодого учителя. Это тоже приобретение педагогического опыта. А когда они становятся молодыми педагогами, они приходят к нам на работу. Еще я хочу сказать, что наша школа имеет опыт целевых направлений. Презентация лепшего опыта, науково-методичное сопровождение, удосконаление узровню наставников, которые працуют у педагогичных классах, профессийные майстерни. Все это не только будет на областном педагогичном форуме. А кроме того, удельники мероприемства подробязно ознакомятся с программой нового учебного года, у якой отбылись значные изменения. В 2024-2025 году изменена программа факультатива введения в педагогическую профессию. Значительно увеличен практический блок. И с целью разъяснения данной программы у нас сегодня на педфоруме присутствует Егорова Юлия Николаевна, заместитель начальника Центра развития педагогического образования БГПУ. И во время нашего информационного портала она будет общаться с педагогами именно по данной новой программе.